Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня хочу поделиться с вами новостью. Я купил автомобиль. И сейчас вы это увидите. Покажу вам и расскажу. Итого, что мы имеем? А имеем мы Passat или B5 2000 года. В отличном состоянии. Нету абсолютно ржавчины. Тормоза у нас новые. Колеса отличные. Еще зимние колеса. Но они, правда, плохие. На стальных фельгах. На стальных дисках. А это алюминиевые диски. Так, мотор у нас стоит, который можно ремонтировать. Ездить на нем не знаю сколько. Вообще беспроблемный. 1.6. 101 лошадиная сила. Сначала тогда я вам покажу, что да как, а потом скажу, что мы будем делать с этим автомобилем. Автомобиль в кузове лимузин с очень здоровенным багажником. Смотрите, уже куница здесь ходила у меня по крыше. Багажник, конечно, вообще мечта рыбака. Такой багажник с запасным колесом, прикуриватель, аварийка, аварийный знак. Так, сзади, в принципе, никто не ездил. Человек, который продал, всегда в 90% случаев ездил всегда один. Ничего не зачухано, все можно почистить, помыть. Сиденье можно опускать, тогда сюда двухметровые доски можно возить без проблем. Смотрите, какие сиденья. Так, спереди немного обшивка пошла уже, но это всегда так с годами. Так, сиденье водительское имеет дырочки. Так, есть у нас клима-анлага, автоматическая климатическая установка, радио с кассетами. Так, пробег 217 тысяч, руль обычный. Руль можно регулировать. Ну и все. Больше ничего здесь такого нету. Фельдеперстного. А, кстати, сзади еще открывать стекла руками. Ну, это ерунда. Так. Первым делом, ребята, что нам нужно сделать? Какие проблемы имеет машина? Это передние акс-манжеты, по-русски. Резинки приводов дырявые, и масло уходит. Надо их поменять. Не знаю, как они называются, забыл. Так, и здесь внизу, сейчас мы ее поднимем и посмотрим. С радиатора течет вода. Надо постоянно доливать. Ну вот она стояла, ничего не ушло, а так надо доливать. Вот эти проблемы надо устранить, на первый взгляд. По идее, нужно менять еще ремень ГРМ, давно он не менялся. Но это я пока оставлю. Есть техосмотр еще на 2 месяца. До октября. Еще нужно заполировать, ну, автомобиль, почистить, как обычно, да. И фары. Смотрите, какие желтые. Фары нужно тоже полирнуть. Красить я, наверное, их не буду. Но видно будет, как оно пойдет. Что я еще вижу изнутри. Ну, тоже это стоит не так дорого. Думаю, поменяем с вами вот этот чехол. Тоже он стоит копейки. Не знаю, как он убирается, правда. В общем, надо разобраться. О. Да, клипс. Короче, мы его поменяем. Разберем, посмотрим, что да как. Вот я его снял. Не знаю, как он меняется. Надо будет посмотреть.
как это меняется. Ладно. И все. А потом пробуем его. Заполируем. Надо будет заполировать, конечно. И попробую я еще. На первый взгляд здесь увидел, ходил и увидел. Видите? Вот здесь. Надавишь. Сейчас я беру. Вот видно его хорошо. Короче, мятина. Мятину попробуем достать. Обшивку возьмем, снутри уберем и попробуем надавить. Ну вот такие дела. Самое главное найти течь воды. Все. А потом уже все видно будет. Что да как да дальше. Такие пироги. Как вы думаете, за сколько можно его продать в таком состоянии? Интересно ваше мнение. У машины был один хозяин. И вот с 2000 года он на ней ездил. 21 год автомобилю. Такой проект у нас опять. Так что пишите свои мнения, как вам такой автомобиль. Сам я на нем ездил, едет хорошо. Сцепление тоже еще нормально, по идее тоже. Где-то на 100 тысячах, да, 120 меняют. А здесь уже 200, и сцепление нормально. Хозяин следил за этим автомобилем. Передаю хозяину привет, респект, знаю, что он смотрит. Ну а с вами, друзья, был как всегда Алексей. Будьте здоровы. Если интересно, наблюдайте за проектом. Проект под названием Passat. Пока.